привет. Ты чё как маленький прыгаешь? А я не прыгаю, я занимаюсь паркуром. Я слышала, что это опасно. Парень из соседнего двора прыгал по гаражам и руку себе сломал. Это потому, что он не занимался паркуром. Паркур он очень владеть своим телом. Ну и как, получается? Ну, вообще пока не очень. Но у меня есть знакомый тренер по паркуру, который нам может все и показать, и рассказать во всех подробностях. Даже не знаю, мне все равно кажется, что это опасно. Ну вот пойдем, ты посмотришь, и ты поймешь, что это очень здорово, полезно и хорошо. Добрый день, меня зовут Макар, это моя соведущая Алина. Сегодня мы хотели бы узнать, что же это за профессия такая и как можно стать тренером по паркуру. Привет, ребят, меня зовут Костя, пойдемте, я вам все покажу и расскажу. Константин Дербенев. В паркуре уже 17 лет. Преподавательский стаж тренера по паркуру более 6 лет. Окончил Кубанский государственный технологический университет. Сертифицированный тренер по таким направлениям, как рациональное питание, технология составления тренировочных программ и тренировочные петли TRX. Константин, что такое паркур и когда он появился? Паркур – это искусство рационального перемещения, преодоления препятствий. Появился он в России в 2001 году, после того, как вышел фильм «Ямакаси». Во Франции он появился намного раньше, и основателем его считается Давид Белль. Почему вы выбрали именно эту профессию? Просто мне близка идея, философия паркура, которая заключается в двух фразах. Первая – это «нет границ, есть только препятствия». Вторая – «быть сильным, чтобы быть полезным». И имеются в виду препятствия не только физические, а моральные и духовные. А с какого возраста можно заниматься паркуром? Заниматься паркуром начинать можно с любого возраста. Хоть тебе 7 лет, даже если тебе 50 или 60 лет. Главное – начинать аккуратно и лучше под присмотром тренера. Например, к нам приходит на тренировки Алексей, мы называем дядя Леша его. Ему 60 лет, он тренируется, ему нравится, у него очень хорошо получается, он прогрессирует замечательно. Это здорово. Да. Могут ли девочки заниматься паркуром? Да, девчонки могут заниматься паркуром. Я не понимаю, почему. Ну, некоторые думают, что это не женский вид спорта, так сказать. Потому что вот у нас, к нам приходит девочка, занимается, ей 7 лет. И приходят девчонки абсолютно разного возраста и занимаются тоже. Тренируются, все получается. Как долго вы занимаетесь паркуром? Я занимаюсь, собственно говоря, с того момента, когда и вышел фильм «Ямакаси». Мы тогда еще не знали, что такое паркур. Не было интернета. Вы не знаете, не застали этих времен, когда не было нормального интернета. То есть мы так и называли себя «Ямакаси». Мы тренировались, где придется, прыгали по гаражам, что нельзя делать. И это понимается только с возрастом. Начинал я заниматься в своем родном городе, это Приморско-Ахтарск. Потом поступил учиться в университет в Краснодаре здесь и познакомился с ребятами, вместе начали развиваться и тренироваться. Получается, что я занимаюсь паркуром с 2001 года. Уже больше... 18 лет, у меня юбилей, да, в этом году. Правда ли, что трейсеры постоянно прыгают по крышам домов? Неправда, что трейсеры прыгают постоянно по крышам домов. Задача трейсера не прыгать по крышам домов, а грамотно подходить к своему развитию. А по крышам и по гаражам прыгают только хулиганы и люди, которые не знают, что такое паркур. Насколько травмоопасен этот вид спорта? Если грамотно подходить к тренировкам, то паркур практически безопасен. Ну, синяки и ссадины не считаются. На своих тренировках мы учим владеть собственным телом, и неоправданный риск мы исключаем полностью. То есть все травмы от спешки и от неоправданного риска. Паркур. Искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов, как правило, в городских условиях. Многими занимающимися воспринимается как стиль жизни. Сутью паркура является движение и преодоление препятствий различного характера. Таковыми могут считаться как существующие архитектурные сооружения, перила, парапеты, стены, так и специально изготовленные конструкции, применяемые во время мероприятий и тренировок. Где лучше тренироваться, в зале или на улице? Вообще паркур родился на улице и развивался на улице, но в зале тренироваться безопасно и, соответственно, лучше начинать тренировки в зале под присмотром тренера. Какими важными качествами должен обладать тренер по паркуру? Как и любой другой тренер, тренер по паркуру должен постараться максимально обеспечить безопасные условия для тренировок подопечных.
все грамотно донести каждому ученику и быть примером для каждого ученика. Очень важен индивидуальный подход к каждому ученику, потому что люди приходят абсолютно разного возраста, соответственно, от 7 лет и до 60. И каждому нужно объяснить и показать. Сколько часов в день нужно тренироваться, чтобы достичь серьезных высот? Правильнее спросить, сколько часов в день, в течение скольки лет подряд нужно заниматься, чтобы достичь серьезных высот. Ну, начинать, конечно же, лучше немного. Главное не перегружать свой организм. И 3 часа в неделю, 3 тренировки в неделю будет достаточно для начала. Является ли акробатика частью паркура? Ну, так как паркур – это комплексная дисциплина, и изначально в нее приходили атлеты из разных дисциплин, то, в принципе, можно сказать, что акробатика является частью паркура, так как паркур подразумевает под собой всестороннее развитие. Но основные элементы паркура все-таки являются простыми, рациональными и максимально эффективными для преодоления препятствий. Расскажите о плюсах и минусах вашей профессии. Плюсами является наблюдение за своими учениками, за их прогрессом. Это очень необычно наблюдать. Просто некоторые ребята прям эволюционируют на глазах. Ну, а минусами, соответственно, что мало остается времени на тренировки себя. А чем между собой отличаются паркур и фриран? Вообще изначально не было разделений, но потом те люди, которые не умели делать сальто, они сказали, что сальто – это не паркур. Так, собственно говоря, и разделились паркур и фриран. В чем отличие? Паркур направлен на рациональное преодоление препятствий, соответственно, фриран – больше на зрелищность. Но тренировки атлетов, по сути, не отличаются, и атлет, какой смысл он вкладывает, тем он и занимается. Что делать, если у меня плохая физическая подготовка? Нужно начинать тренироваться. Приходят абсолютно разные ученики, кто-то не умел отжиматься. Но на своих тренировках мы даем комплексное развитие, соответственно, и паркур, и общая физическая подготовка. И, соответственно, люди со временем становятся более крепкими, у них все получается. Где вы учились, чтобы стать тренером по паркуру? Вообще еще нет специализированных секций, в которых обучают тренеров по паркуру, это по крайней мере пока, потому что паркур стал олимпийским видом спорта, и в 2024 году планируется первый раз его показать, собственно говоря. Вообще у меня высшее образование, я инженер и имею много сертификатов различных. То есть я проходил различные обучения, фитнес-обучение, тренировочные петли, ТРХ. Я являюсь тренером групповых программ, персональным тренером. Но я надеюсь, что в скором времени появится официальная федерация паркура в России, что паркур станет наравне с остальными видами спорта. Так, ребята, у нас сегодня для вас будет задание. Попробуем простые базовые элементы в паркуре, потом из них соберем трассу. Но для начала нам нужно сделать хотя бы суставную разминку. Первый элемент, который мы сегодня попробуем, называется two hand. С английского переводится как две руки. Выглядит следующим образом. Можно ставить ногу, можно не ставить. То есть в чем смысл? Опора на две руки, толкаемся ногами, перебрасываем их сбоку. Попробуйте с ногой. Оп, оп. Давайте. Ага, нормалюк. Ногами сильнее? Хорошо. Оп, молодец. Следующий элемент, который мы сегодня попробуем, называется speed. С английского переводится как скорость. Он нужен для того, чтобы сохранить скорость бега после преодоления препятствия. Выглядит вот так. Можно делать с ногой, можно без ноги. Это с ногой. Это без ноги. В чем смысл? Смотрите. Плечо находится над кистью, оно никуда не отклоняется. Ни туда, ни сюда. Ногу ставим подальше от руки, чтобы было больше места для того, чтобы могли пронести другую ногу. Если поставим близко, можно зацепиться. Понятно? Пробуем медленно. Подходим. Левая рука, правая нога. И перешагиваем. Давай. Чик-чик. Оп. Да, отлично, молодец. Оп. Супер, супер. Теперь смотрите, еще один элемент. Называется lazy, переводится с английского ленивый. Также плечо находится над кистью, никуда не отклоняется, ни назад, ни вперед. Как вам нужно сейчас попробовать, чтобы понять?
левую руку сюда, закидываем левую ногу, правую ногу перекидываем, ставим правую руку. Он выполняется вдоль препятствия. Если мы идем вдоль препятствия, нам нужно его перепрыгнуть и также пойти вдоль препятствия. Понятно? Правую руку подставляем, потому что если мы не подставим, нас развернет сюда. Поэтому возвращаем ее сюда. Давайте пробуем. Левая нога. Нормально, нормально. Левая нога. Оп, да. Оп, молодец, молодец, классно. Оп, да, молодец, отлично. Левая рука, вот, супер. Теперь по бревнам. Бревно и сюда. И залазим без колен. Да, молодец. Запомнил? Хорошо. Оп, супер, по бревнам. Чик, оп, супер, молодец. Ребят, спасибо вам, отличная тренировка. Разумеется, есть над чем работать, и вы большие молодцы. Ну, вам, Константин, давай пятюню. Несмотря на то, что паркур уже признали видом спорта, официальных учебных заведений на государственном уровне эта дисциплина пока не имеет. Однако опытных атлетов на сегодняшний день огромное множество. Так что фитнес-клубы и спортивные центры этим активно пользуются. Зарплата тренера по паркуру зависит от его известности и опыта работы. Средняя заработная плата по Краснодарскому краю – 25 тысяч рублей. Вакансий на момент выхода программы найдена одна. Спасибо, Константин, за тренировку. Было очень круто. Спасибо большое. Ребята, мне тоже было очень приятно. Приходите на занятия, мы всегда вас ждем. Хорошо. Как оказалось, это полезно и очень круто. Ну, на самом деле, это не так просто, как я думал. Но зато теперь смогу преодолевать разные препятствия. Я, может, запишусь на секцию. Как оказалось, этим видом спорта может заниматься каждый. Тогда решено. Завтра жду тебя на стадионе. В 7 мы начинаем тренировки. Эй, полегче, юный паркурщик. Правильно, не паркурщик, а трейсер. Ой, подумаешь.